Существующие на данный момент ограничения движения сохранятся до 25 апреля, после чего проезжая часть будет перекрыта полностью до завершения работ. Ранее планировалось открыть движение на участке дороги от улицы Зернов до улицы 8 по улице Семашко. На данный момент мы сегодня должны были открыть этот участок дороги по Семашко в сторону Зернова. Но, тем не менее, принято решение, пока этот участок не открывать, у нас остается тот участок в сторону Курчатова. Тот пока будет открыто, поэтому движение будет пока передвигаться там. По словам главного инженера компании-подрядчика ООО «ТСК» Виктора Третьякова, изменение сроков перекрытия поможет оперативно справиться с выносом коммуникации, а также прямо сейчас начать работы, запланированные на лето. Это позволит в настоящий момент вести работы уже дальше по цепке стоянки, что вот мы видим перекладка газификации по устройству парковки около поликлиники. И также уже это поведет за собой установка бордюра и полностью выходить уже на дорожное полотно. Как заверили представители администрации, даже в момент полного перекрытия дороги для жителей микрорайона будут организованы дополнительные проезды к гаражному кооперативу и на дворовую территорию со стороны улицы Курчатова. Вот эти участки, которые мы бы планировали открыть, это дало бы только преимущество тем людям, которые живут в данном микрорайоне. А вот сокращение сроков уже на 2 месяца, это даст положительный результат для всех жителей города. Также особый порядок строительства планируется в районе детского сада, расположенного на улице Семашко. Все работы на время дневного сна у детей будут минимизированы. В планах компании-подрядчика закончить реконструкцию дороги уже к октябрю 2019 года. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.